Смотрите, вот мы находимся в студии, которая называется «Диалог ТВ». Вот мне кажется, что «диалог» — это очень важное слово для названия Сейма Латвии. Вот Сейм Латвии должен называться «Сейм Латвии-диалог». Вот Мари сказал очень правильную вещь. Началась война в Украине. События геополитического масштаба. Прямо здесь, вот под боком, происходит страшная война, совершенно не характерная для 21 века, которая, безусловно, изменит европейский миропорядок. И в этот момент политики Латвии, понимая, что ситуация крайне сложная, должны, наверное, выйти и сказать: мы единая страна, у нас есть четкая позиция, мы поддерживаем борьбу Украины за независимость. Это наша вот фундаментальная ценность. И мы, жители Латвии, все целиком, правильно, жители Латвии? Вместо этого политики Латвии говорят: какой отличный повод. Да. Война есть, давайте плеснем бензинчик еще внутри. Потому что оно же как бы не разгорается. И памятник Марису не мешал. А теперь он мешает. Почему? Потому что надо срочно туда залить бензина, чтобы оно вспыхнуло прямо сейчас. И таким способом мы действительно получим некую консолидацию общества, чтобы поддержать Украину.